Всемирный фестиваль молодежи студентов в Сочи закончился, но полученный на нем заряд оптимизма и жизненной силы молодые люди будут еще долго нести с собой. И не просто нести, а делиться с другими. В самом разгаре находится фестивальная неделя. На ней участники событий международного масштаба стараются встретиться с как можно большим количеством молодежи области и поделиться своими впечатлениями от прошедшего фестиваля. Мы несем фестиваль в массы уже на протяжении целой недели. 24 числа вернулись в регион, встретили нас на перроне. И вот с этого дня, мне кажется, каждый день происходят какие-то мероприятия, встречи, разговоры, интервью, да и просто диалоги про фестиваль. Все время только о фестивале, о фестивале. А в микрорайоне Репино появилась даже аллея в честь фестиваля. В ее закладке приняли участие те, кто был в Сочи, и те, кто играет активную роль в молодежной жизни области. В выставке деревьев принял участие и губернатор Сергей Морозов. Кстати, инициативу ульяновцев по выставке памятных аллей поддержали и в других муниципалитетах области. Выставка памятной аллеи – это один из элементов нашей большой фестивальной недели. На этой фестивальной неделе происходит такой массовый выброс той информации и тех эмоций, которые мы привезли с собой. Завершится неделя большим праздником, на котором подведут итоги поездки на Всемирный молодежный фестиваль. Он пройдет в День народного единства на льду Волги Спорт-Арены. Егор Титов, Константин Никитин, новости дня, Ульяновская правда.